Всем привет! Сегодня у нас 28 мая, у нас проходит день города, у нас проходит дискование, подготавливаем землю к севу озимого рапса, и в этом выпуске я хотел бы показать и рассказать первое впечатление о своем новом тракторе. Это трактор 15 года выпуска. И вот она. Это Massey Ferguson.
поле под озимый рапс. Первый глубокое фестивание идет по коты. Заделка навоза, что происходило в области. Диски у нас хорш, 10-метровые. Дискуем 10 км в час, 2000 оборотов в минуту. Пробуксовка колес минимальная. Все под рукой находится. В последующем я больше изучу, расскажу и сниму по конкретике про него. Про расход топлива. И показать об удобствах и устройстве эргономики кабины и самого трактора Фергизон. Ну, пожалуй, я начну с улицы. Хочу показать про крылья. На первый взгляд кажется, это же затруднение проходить к трактору, смотреть каждое утро масло, ну и обслуживать его, то на такой случай крылья отодвигаются рукой. Следующее. Для муфты гидро оборудования разного. Также имеются кнопки управления передней навески с улицы. Если надо, для удобства поднимать или опустить. Это крыло то же самое. Отодвигается у нас. Вместо жабака мало. Отодвигается. И проходите к трактору масло проверить. Сзади у нас то же самое. С двух сторон управление навеской. Также включение, отключение мощности. Сразу же сделал бачок под обратку. Гидравлические системы на передней навеске, кстати, тоже установлены. Сейчас я вам покажу. Вот здесь он спрятан. Следующее, что стоит отметить, это же, конечно, сиденье. Сиденье на пневматической воздушной подушке. Куча настроек. Отдельно выдвигается седалище, подпорки под ноги. Кресло само вперед-назад двигается.
То есть можно выдвинуть этот вот опору. Посильную. Спинка выдвижная. Можно регулировать подброс. Дальше имеется подогрев сиденья, регулировки жесткости и вылета спинки. Сиденье крутится лево-вправо. Плавающие режимы. Вперед-назад, как сказал. Вес регулируется. Также имеется дополнительное сиденье для помощника, если что. Она убирается. Дальше куча всяких резиночек. Вот видите, для бутылок. Имеется холодильник, который охлаждается от кондиционера. Магнитофон фирменный Massey Ferguson, видно, с Bluetooth, с включением отвечает вызовы телефона. Следующее — это удобное управление джойстиками. Надо я про них отдельно потом расскажу, там много чего можно рассказать. Про регулировки руля. Руль у нас регулируется как по вертикали, так и по вылету. Можно на себя, вверх-вниз, от себя убирать. Открываются все окна абсолютно, двери, две открываются. Куча разнообразных розеток, вот у меня заряжается телефон здесь. Куча-куча всяких розеток. И здесь еще розетка есть. Все очень удобно. Пульты управления. Это я отдельно буду снимать, показывать вам. Спасибо всем за внимание. И не забываем подписываться на мой канал.